Министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева встретилась со старшеклассниками гимназии номер 6, представителями клуба начинающих журналистов «Центр пресс» и участниками конкурса школьных газет «Школа пресс». 100 начинающих журналистов слушали мастер-класс по написанию новостей от Министерства информационной политики Валентины Андреевой. Валентина Владимировна призвала собравшихся активно использовать в своей работе интернет, напомнив при этом, что необходимо обезопасить себя при работе со всемирной сетью. Для этого есть множество программ, которые ограничивают доступ к нежелательным сайтам. За год работы закона о защите детей от вредной информации заблокировано 14 тысяч информационных ресурсов. Одним из ресурсов, где можно черпать полезную и безопасную информацию для новостей, единый портал госуслуг. Всех начинающих журналистов Валентина Андреева призвала также участвовать в межрегиональном открытом творческом конкурсе школьных газет «Школа пресс», который проводит издательский дом «Грани».